Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Институте права Тольяттинского госуниверситета состоялся круглый стол, посвященный 50-летию управления Министерства внутренних дел по городу Тольятти и 105-летию советской милиции. В работе научно-практического круглого стола приняли участие сотрудники полиции, общественники, ветераны органов внутренних дел и студенты Тольяттинского госуниверситета. Мы с ОВД и города Тольятти, и Самарской области взаимодействуем достаточно длительное время, практически с момента создания Института права. От взаимодействия в учебной деятельности, в научной, мы перешли еще к взаимодействию в профориентационной работе. Сегодняшнее мероприятие – это совместное мероприятие, и вот сегодня это наглядно видно. Приняли участие, приехали с Самары наши уже выдающиеся сотрудники органов внутренних дел, ветераны, действующие сотрудники, которые принимали непосредственное участие в создании этой экспозиции, которые вот заинтересованы в том, чтобы информация о людях, работающих в полиции, в органах внутренних дел, была доступна для молодого поколения, чтобы вот таким образом формировать у них отношение к своему государству, к обществу, понимать свою будущую профессию. Участники круглого стола познакомились с новой экспозицией Музея Института права ТГУ, посвященной сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Музей в Институте права, созданный 2 года назад, является результатом сотрудничества кафедры «Уголовное право и процесс» Института права ТГУ с ОМВД России по городу Тольятти. Я считаю, что это замечательное событие, потому что молодое поколение, которое обучается в ТГУ, а это, напомню, опорный вуз все-таки нашего города, имеет возможность пощупать работу сотрудников руками, практически, так в кавычках сказать, посмотреть историю, почувствовать историю, проникнуться какой-то ностальгией, вниманием, эмпатией к этим людям, к нашей службе. И я считаю, что это хорошая карьера, образующий такой стимул, да, то есть молодые люди могут посмотреть, что из себя представляет служба в полиции, подумать, стоит туда идти, как-то сориентироваться своими целями и задачами и, в принципе, уже настроиться на то, чтобы стать частью нашего коллектива, уже со студенческой скамьи. В ходе круглого стола прозвучали доклады практиков, представителей органов внутренних дел, преподавателей и студентов Института права Тольяттинского госуниверситета. Темами стали различные профессиональные и исторические аспекты работы правоохранительных органов.